Для того, чтобы сделать объемный конверт своими руками, вначале вырезаем его по шаблону. Затем сгибаем по пунктирным линиям. Здесь вовнутрь. И здесь. Затем, чтобы легче было вам согнуть вот эти места, мы слегка посередине также по пунктиру их сгибаем. Затем внутреннюю часть сгиба смазываем клеем. Склеиваем. Даем небольшое время, чтобы высохнуть. Затем разворачиваем. И также вовнутрь сгибаем по таким местам, обозначенным пунктиром. Все, объемный конверт готов.